Сон ассоциируется с отдыхом, спокойствием и как приливом сил. Я обычно сплю 8-9 часов, и для моего возраста это правильно. Иногда мне снятся кошмары, а иногда веселые сны, которые мне нравятся. Сон – это, так сказать, стадия человека, когда он отдыхает от дня, когда он ложится и просто отдыхает. Нет, я не Соня, и я не люблю сильно спать. Сон – это время, когда ты можешь отдохнуть от дел и отдохнуть тебе никто не будет мешать от дел, от забот. Если ты сильно устал, ты будешь очень долго спать. Мы спим ночью, но иногда можем поспать днем. Сон – это мы при сне отдыхаем. Это самый главный отдых. Также, когда мы болеем и спим, мы можем быстрее вылечиться. Я сплю 9 часов в день. Мне снится обычно разные сны. Обычно что-нибудь веселое, но иногда и страшное. Если мне приснится страшный сон, я не боюсь, потому что это всего лишь сон, а не реальность. Сон – это отдых, когда ты в расслабленном состоянии, ты, можно так сказать, отдыхаешь, чтобы утром проснуться бодрым. Мне снится иногда кошмары, а иногда радостные сны. Мне снятся вещи, но иногда то, что мне приснилось, может быть в реальности. Ну, к примеру, мне снилось, что я куплю себе мороженое, и на следующий день это случилось. Сон – это действие человека, когда он ложится спать и не думает ни о чем, отдыхает. И если бы не было сна, мы бы были уставшими, как зомби. Я вроде помню такой момент, что у меня такое было, что сон у меня был, и это сбылось в реальности. Мне когда-то приснилось, что мне купили котенка. Рыженького. А потом еще одного купили котенка рыженького. И мы их отдали друзьям. И это сбылось. Сон – это когда ты спишь и когда ты отдыхаешь во сне, и у тебя как мультики в голове играют, и ты когда спишь, тебе кажется, как будто все это вживую происходит, ты в каком-то мультике в своем. Бывает даже сны сбываются, а бывает просто ничего не снится. Все черное. Сон – это время, когда человек, расслабляется, и его душа улетает куда-то далеко, и все такое. Мне ничего не снится в последнее время.